ситуация дошла до такой критической черты в плане общеевропейской безопасности и в плане национальных интересов нашей страны, что дальше нельзя, к сожалению, медлить, и нужно конкретно ответить на те озабоченности, которые нам были озвучены. Это инструмент конфронтации. Альянс так задумывался, он так проектировался, он так был реализован, и он так развивается, и он так существует. Это абсолютно очевидный факт. Поэтому расширение этого механизма представляет для нас угрозу. Мы не хотели бы так, как, знаете, как американские официальные лица сейчас сыпать угрозами, ультиматумами, значит, предрекать весь высокую цену, кто которую заплатит.